Третий выпуск «Ледникового периода» будет посвящен кинофильмам. Вот и ведущая Алина Загитова выбрала голливудский образ. Черное платье с блестками и длинными рукавами. Даже прическа у фигуристки другая. Небольшие завитки на висках. Хотя многие поклонники считают, что стилисты Первого канала могли бы придумать молодой девушке более красивый образ. По их мнению, Алина стала выглядеть лет на 10 старше. Хотя по кадрам видно, что фигуристке все нравится. В этом выпуске Алина много улыбается и смеется.